Вот. Чай у нас, пожалуйста, увидели. Наиболее известные, какие вы знаете чаи наиболее? О, зеленый. Лундзин, Улун, Пуэр. Вот это Лундзин. Это унция, с которой я уже давно сотрудничаю. Вот они нам предоставили чай, чайник. Лундзин относится к зеленым чаям. Вот. Вначале что нужно сделать? Нужно прогреть, чуть-чуть налить, сполоснуть, чтобы чайник был теплый.